Всем привет! Сегодня у нас будет очередной обзор таланта. Это будет корка или коррозия, кто как называет. Что делает этот талант? Когда ваш герой атакован, он имеет 16% шанс срабатывания и понижает энергию на 50 у троих противников рядом. То есть, если вас там бьет 3, 5, 6 героев, с них 3 будут при срабатывании этого таланта, 16% этих терять 50 энергии. Это очень много, я вам скажу. Это один из топовых талантов, который применяют на битве гильдий. Также этот талант применяют на алтарях, на PvP-локациях, потому что чем больше будут герои атаковать, этот талант лучше всего подходит танку. То есть, чем больше будут вашего танка атаковать, тем больше противника будут терять энергию. На битве гильдий, если такой герой попадает там под башни, то есть первым его кидают, попадает под юнитов, которые будут его атаковать, соответственно, герои противника, которые находятся рядом, будут терять энергию. Где этот талант хорошо применять? Ну, первое — это битва гильдий, второе — это забытая битва, третье — это атака фортов, четвертое — это королевская битва на алтарях, очень хорошо помогает отбивать алтари и, в принципе, стоять тоже неплохо. Но есть одно но: этот талант блокируется ресом, точно так же, как и огненка, как ракушка и много других талантов. Но, честно говоря, с героями, которые выходят в каждом обновлении, это не проблема. Уже есть ворожей, которые снимают молчанку. Валька есть, которая тоже снимает. Плюс можно наролить уклонение, и раз не заблочит. Вариантов очень много. А многие там кричат, что этот талант, как и огненка, не совместим с созвездием уклонения. Я вам говорю сразу, можете смело ставить, не пожалеете. У меня герои с уклонением. Вот, например, даже если взять черепа, с уклонением стоит, у него 5 уклонений, вполне идеально сочетается. Герой реально бешеный становится. Так, давайте покажу вам, на каких героях у меня стоит и на каких не стоит, почему я не качаю, точнее, не ставлю качать. Этот талант не надо. Так, давайте сюда. Битва с боссом. Вот на таких героях у меня стоит. На хранителе — это один из топовых талантов на битве гильдий. На Анубисе однозначно самый топовый талант. Некрос аналогично, череп. Ну, Вольта я как бы так по приколу вкачал, честно говоря, даже не тестировал и не бегаю им. Возможно, попозже запишу обзор, покажу. Кому можно еще ставить? Давайте не отсюда, а зайдем с экспедиции. Тут больше можно героев поставить. Так, кому этот талант подойдет? Подойдет РТшке. Неплохо на нем будет смотреться. Подойдет разрухе, если он у вас есть. Тоже неплохо смотрится, он у меня был с таким талантом. Так, кому еще дальше покажу? Ну, хранитель, сами видите, стоит. Анубис подойдет. Можно ради интереса стрелку поставить, но для стрелка вот этих три таланта есть топовым. И на Рину у меня тоже стоял, с Рину. Рино с ракушкой тоже довольно-таки неплохой. На нем можно зависнуть, и его хрен убьешь. Также можно поставить Тесси. Давайте так. Рино, Тесса. Некрос однозначно, да. Ворожею смысла нету ставить. Можно поставить Фрэнки. Гаргулу. Гаргулу не надо. Так, Капитан Дрейк. Тоже довольно-таки топовый. С таким талантом будет. У меня еще Воль стоит. Так, 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 так. Также череп. Для черепа это один из топовых талантов. Ну, в принципе, все. Вот это герои, на которых можно поставить. И если
У вас есть выбор, можете смело ставить вот этим героем. Вольта, конечно, можете убрать. Это я так уже чисто зажрался. Вот это вот 10 героев у нас есть. Для них этот талант будет идеально заходить. Череп аналогично, как и Тесса. В принципе, Дрейк танк. Фрэнки тоже танк. Некрос то же самое. Рино танк. Анубис танк. Хранитель танк. Разруха. Не используется нигде, но тоже можно. И арташка аналогично тоже ему подойдет. Давайте покажу вам, как этот талант работает. У меня тут уже они стоят. Так, ну давайте кого-то такого. Давайте с Анубиса начнем. Сейчас посмотрим. Так, смотрим. Видите, Минотавр шел с полным этим. Все, у него отняло. Вот он не заряжается даже. Вот они его бьют, Минотавр не может ударить своим скиллом. Вот опять сбили энергию. То есть это один из топовых талантиков. Вот Хранителя сейчас пустим. Так, ну, быстренько слили, конечно. Давайте черепка попробуем. Вот видите, он бьет его, у него энергия понижается автоматически. Плюс еще башни бьют. То есть довольно-таки неплохо. Так, смотрим. Ну тут он ударил. Давайте посмотрим на Некроса. Вот, башни бьют, они тоже это засчитывается как удар. Видите, вражеский Анубис просто не может зарядиться. Вот опять же он бьет. Слили. Ну, они все у меня раздетые. Давайте сейчас оживим. Оживление сделаем. Еще раз куда-то пойдем. То есть шанс, то что пишут там 16%, в реалии шанс намного выше. Вот можете видеть, да, не могут герои зарядиться на полную. Вот вроде одержимый быстро заряжается, бьет, но он не успел просто зарядиться. То есть талантик очень топовый для PvP локации. В идеале на битву гильдии, на атаку, для Анубиса, для Черепа это самый топовый. Для Хранителя то же самое. Давайте где-то потестируем в королевской битве. Все-таки этот талант более PvP-шный. То есть для фарма, если вы там хотите с этим талантом фармить какие-то локации, честно говоря, не советую его ставить, а чисто для прохождение битвы гильдий, для прохождения забытой битвы, очень хороший талант. Единственное, я же говорю, минус его разблокирует. Ну, в принципе, от этого можно избежать, поставить в пачку вальку, либо ворожая, который снимет этот дебаф. Так. Давайте третью пачку создадим. Так, посмотрим на чьем примере. Давайте на примере Хранителя побегаем, посмотрим. Видите, да, герои вот. Они вроде и бьют, но не успевают заряжаться. Как только один ударил вот, и попал там, и сработал этот талант. У троих сразу же отнимается энергия. Тут даже атланты не успеют, наверное, не успели включиться. Вот так вот. Для Хранителя на битву гильдии это самый топовый талант. Вы его выпускаете, он летающий герой. Единственное, по нем не будут бить там наземные юниты некоторые, но по нем будут бить башни.
Этого тоже вполне хватит. Плюс он танк, будет довольно-таки неплохо. Так, какие... Сейчас покажу, какие можно созвездия ставить. Ну, если у вас там нету возможности нарулить уклонений, потому что уклон это самое топовое сейчас, что есть созвездий. Что можно нарулить? Жизнь, в принципе, она довольно-таки неплохо будет для танка. Также крит сопротивление, для того, чтобы вашего героя не так критовали. У меня, допустим, кто там, Франки есть. Вот с крит сопротивлением собран. Его хрен пробьешь. То есть для танка с крит сопротивлением и с коркой поставить ему там утекание, поставить в кубок, либо поставить в медальку, реально будет чумовый герой. Вы его просто так не сольете. А если еще там будут питомцы, то в принципе вообще супер. Можно также поставить такому герою дракончика. Так, давайте попробуем тут забежать вот так вот. Вот видите, одержимый просто не включается. То же самое вражеский ворожай тоже не может включиться. Ну тут нас, конечно, вертолетики подбивают. Ну видите, да, ворожай еще ни разу не включился. Вот вам Анубис, Некрос с коркой. Да, они там бьют, но они, видите, ничего не могут сделать. Можно на битве гильдии сделать отхил. Вот против такой пачки просто вот стоять. Ну, ворожай просто не зарядился, умер. То же самое сейчас будет с содержимым и со всеми остальными. То есть для битвы гильдии это один из топовых талантов. Если вы хотите бегать там в лоб, хотите посливать героев. Ну, просто затащили все. Там хранитель у нас, конечно, умер. Но опять же, покажу сейчас героев, как они собраны. Чисто голые все. Мы только что бились против одного из топовых героев. Ну, из топовых игроков. То есть вот так вот. Вот такой вот талантик. Сильно много обозревать о нем, в принципе, нечего. Тестировать точно так же. Моя задача была вам показать, каким героям он подходит. Все, пишите в комментариях, что вам, на что вам еще сделать обзор, на какой талант. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь. Буду стараться почаще стримы проводить, потому что последнее время в PUBG бегаю вечером. Многим это неинтересно, постараюсь и по битве замков побегать. Но пока у нас, честно говоря, такого ничего интересного с контента нету. Обычно я на Вигеймерсе много фармлю. У кого есть желание, заходите туда. Это практически каждый день. Все, всем спасибо, всем пока.